конкурсе «Славянские свояцтва» приняло участие более 1000 человек со всего мира. Саров на фестивале представили две воспитанницы ДШЕ – Василиса и Мирослава Котовы. На конкурсе девочки стали лауреатами второй степени в номинации «Эстрадный вокал». Для Василисы Котовой серебро было ожидаемым. Я участвовала в нем ради интереса. И, не сказать, что было сложно. А вот для Мирославы конкурс стал особенным. Девочка впервые приняла участие в международном фестивале. Готовилась к нему Мира тщательно. Подобрала репертуар, записала видео и отправила работу на электронную почту. На конкурсе девочка представила две композиции «Березовый сок» и «Если в небе солнце светит». «Если в небе солнце светит» – это песня про войну, что если не отбирать солнце у детей, то жизнь всегда будет длиться, что не надо воевать. А «Березовый сок» — это веселая весенняя песня, позитивная. В ней рассказывается, что весна пришла и все хорошо. Мирослава в будущем планирует стать профессиональной певицей, а пока сестры Котовы готовятся к новым конкурсам и фестивалям. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров 24.